Африка В2, Ювел Боб и Африка В2 под Эвил Бобом. С этого момента начинаются бобовые карты от Эвил Боба. Всего 44 карты. Африка. А вот два цели миссии. 1. Уничтожить нефтяные баки. 2. Уничтожить ракеты. 3. Потопить грузовой корабль. 4. Уничтожить ЗРК. 5. Ликвидировать противовоздушные установки. 6. Потопить грузовой корабль. Седьмое – уничтожить коммуникационные тарелки. Восьмое – уничтожить ЗРК. То есть получается... Третье и шестое – одно и то же. И четвертое и восьмое – одно и то же. Ну, корабль – это баржа нефтяная. Ну, короче, действие как вдоль каких-то озер в форме дракона. Или да, даже, вернее, слушай, не в форме дракона, в форме скорпиона будет развиваться. Как бы, назовем, южное, центральное какое-нибудь и северное озеро. Да, точки все идут строго на западном берегу. Три моста. Ну, вот, соответственно, там какие-то объекты. Около вот точек, точек А, Б, С везде показано. Так, на самом озере. А вот, да, вижу сразу, корабль это и есть. На южном и северном озере. Может быть, там гидроциклы военные можно брать. Возможно, даже эту карту уже проходил. Ну, сейчас посмотрим. А может, нет. Нет, вот это вроде бы конкретно не проходил. О, слушай, там гад сразу стоит. Бобовые карты, чем они хороши? Что вроде бы хоть они могут быть и сложными, но все абсолютно разные. Чё? Сколько их много? Так что, как ни они не кажутся сложными, но все проходными. Ну и местность красивая. Еще вот особенность этих карт бобовых, то, что тут всего лишь один фейл. Ну, буквально там какие-нибудь 256 килобайт. А сколько местности интересной на этих картах. Так, сейчас позырим. Это точка А такая. Поселок деревянных домов. Деревянный поселок, так можно и назвать. О, блядь! Блядь, подожди. Подожди, подожди. Слушай, слушай, а где тут зенитка? Тут зушка стоит. Давай сейчас из зушки ее. Ты, блядь! Навернул. Чё, охерел? Так, ну-ка, ну-ка. Да, из-за тебя не удастся сбить вертолет. Чё, гандон? Допрыгался. Так, ну-ка давай-ка скорее на звуку. Блять, не достал. Так, а где здесь есть? А вот есть.
домички. Нормально. Так, а где-то чмо, непонятно. Там вон башня дозорная, кстати, видна. Тут как сады такие. Ну тут охотятся за этими гадами сущий рай, как бы. Чё, кроме вертолета тут есть чё? Я. Вот тут кроме вертолета ничего нет. Ну бог с ним. Иди-то тебе надо туда, к фортуаше. В яблоневый сад. А я вот карту эту не играю. Вот я по Африку я проходил, что там. По крайней мере, одну карту проходил. Может, даже и больше. Ну, вот эту конкретно не играл. Ну и похоже, карта просто чуть отличается. Вон там гадов дохуя. Ну давай. Второй мост деревянный. Через одну из протоков. Это каменный мост. Ну и следующий каменный мост, видишь, тут все видно. Так, слушай. О! Что, сейчас будем подбивать. Ну-ка, ну-ка. В принципе, тут местность-то вся открытая, как такие, типа, прерий. Так они все видны. Вот сейчас гадов подобью. Ну чё ты? Ну вот, видишь? Надо было хулиганить. Так, ну-ка давай-ка. Вертолеты там летают. Командная точка. Вот видишь, как плохо получается, когда ты начинаешь хулиганить. Так, он тут АТВшник. Вот тут дуры стоят. Во, блин! Я даже... Что делаешь-то? Ну чё ты? Ну чё ты наглый? Наглый, дерзкий, блядь. Самый дерзкий. Там звезды ведь видны, офигеть. Хоть и солнце, но горячие звезды. Пошла, голубка. Так. Самый ты наглый, самый дерзкий. Вот тут ЗРК стоят. Вот так выглядит форта. Просто тут форты, короче. Яблоневый сад. Ну так-то красиво все. Но что самое классное, не то что я сразу даже и не заметил. Это вот горящие на небе звезды. Яркий день, горят звезды, офигеть. Что ж такое, с атмосферой какую-то херню устроили? Вроде такого же быть не может. Ай, негодяи, что-то повредили. Атмосфера выходит. Так, короче говоря, не знаю, сколько там вертолетов летает. Один, два, наверное, несколько штук. Давай сейчас... Возьмем джавелинчик. Пойдем броневичок уничтожим. Я не знаю, как он там называется. М-160. Давай, пушка и вулка. Надо обязательно ликвидировать. А все, ему кирдык. Так, давай-ка позрим из снайперки. Что там есть, что нет? Аль, ничего. Да. Вот и позырим сейчас. Ну вот, грузовой корабль. Это не грузовые корабли на картах. Блять. Дерзок. Вот, кстати, такие пальмы, они только в эскалации попадают. В операции тайфунов нет. И, кстати, тут лодка. Да, в общем, я эту карту не проходил. Так, короче говоря, вот мост... Мост номер один, и южный мост, каменный мост. Тут,
блядь, карта простая, похоже. Больше на красоты будешь любоваться, чем проходить эту карту. Бобовые карты, они все простые. Босс, который, собственно говоря, не ведет никуда. Собственно, на том берегу-то нам делать нечего. Цели ни одной нет на восточном берегу. Все цели исключительно на западном. Так что... Такие пироги. О, козел бежит. Ты-то откуда хер? Козел. Юный козел, блядь. Вот, кстати, слушай, там какие-то объекты видны в башне. Ну давай, сейчас. Аж звезды днем, офигеть. Вот такой обзор водоема. Вот, кстати, я вижу командную точку там. Давай, прежде чем идти, давай осмотримся. Так, а тут-то что будет? Вот, там, слушай, какой-то подвесной мост я вижу. А, ну, слушай, подожди. Мост номер один. Номер два, вот этот деревя. Вон там, подожди, козел. Кого обнаружим, так, конечно, сразу же ликвидируем. Там вон какие-то сараюги. Это, наверное, у точки Б где-то. Ну да, вот, подожди. Так. Так. Деревянный мост. Вон козлы бегут. Так, точка, 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 запятая. А эта точка что за такое? Б, наверное, шница, наверное. Так. Вон, блядь, еще один с вулканом стоит. Ну, подожди, подожди. Нет, нет, все это деактивировано. Так, вот тут висячий мост, это номер 3 должен быть. И там уже каменный мост номер 4. 509 метров до него. А до позиции Альфа 1286 метров. Так, ну что остается делать? Давай возвращаемся к Альфе, сейчас там заркайте или ликвидируем. Между А и Б я не вижу ничего, кроме баржи. И второго деревянного моста что-то еще есть. Ну, сейчас будем смотреть. Короче, давай-ка начинаем с барж. Там это местность испалим. А вот не знаю, будет там что попадаться. Что-то вертолетов больше нет. Возможно, ничего не будет попадаться. Ну, давай, двигаемся сейчас, двигаемся. Там хрен стоит. А тут что-то какие-то не особо опасные. Конечно, могут прихватить, но... В основном все через вот так, ЗРК. Так, сразу же включаем. Сейчас будем смотреть, что за задача. Уничтожь ЗРК. Восьмая задача. Тут видишь, все задачи перепутаны. Восьмая задача. Хотя четвертая тоже из ЗРК. В общем, надо все это внимательно смотреть. Потому что он все перепутал. Дишес — это такая тарелка. Дишес. Вестерн дич, как бы западная тарелка, хочет привыкнуть. Блин, такие диски. Вестерн дич. Так, слушай.
Ну, под мостом можно реку проплыть, или хуй там. Тут прозрачный барьер, что весь обрадовался. Да не проплыл. Установили. Вот, граница там, этой карты. Так, стоп, стоп. Вон там еще один бежит. Ждем, когда он башку поднимет. Ух ты, гады. Нормально. Так, мы подплываем. Минируем. Отходим на безопасное расстояние. Гад плывет. Такс. Включаем и ждем. Третья задача выполнена. У точки А получается была задача 8. Что ж, зеркаль, задача 3 потопить грузовой корабль. Вот такие истории. У точки А, значит, мы все выполнили. Так, ну-ка давай-ка позырим получше. Тут нет, тут вроде как ничего нет. Теперь надо к точке Б движение начинать. Я не знаю. Стоит. Тут подожди, подожди. Чьи-то головы. Так, вон. Тут охотиться за ними сущее удовольствие. Не все. Можешь сейчас танкетку взять и доехать на танкетке. Ну давай заруфим тогда эту башню. Так, вон тут висячий мост. А вблизи висячего? А нифига нету. Так, ну руфим. А там еще дозорная вышка. Богат побежал. Так что не зря я отсюда забрался. Кое-кого, может, даже и подликвидируем. Вот тоже очень красивое место открывается. Висящий мост качается. Так, давай осматриваться. Так, готов. Ну там дохуя их бегает. Ну там уже форт С виден. Состояние, конечно, предельное. Очень далеко сложно попасть. Это очень, короче, очень далеко.
Так, давай арсенальчик проверим. Давай, ну, наверное, может, вертолетов-то больше нет. А потом пролетим на вертолете. Не знаю, так-то он никуда не ведет. А ну, Йенса. К бронемашине можно пойти. Не знаю, откуда там стреляли теперь. Знаю, откуда он стрелял. Ух, сука! Ты ликвидировал. Там вон тарелки я вижу. Надо, в общем, туда идти. К точке Б. Тут лодка есть. Давай к деревянному мосту. Есть и гранатомет. Нормально. Что там гад бежит? Ну-ка, давай-ка, давай-ка. Окей. Да Б совсем рядом, вон она там. Ну давай вначале тарелки вот эти берем. Сейчас кидаем мины. Наверное, сейчас задача 7 выполнится. Ну, посмотрим. Да-да-да. Задача 7. Блять, пизда, ну вот, сука. Такое вот ненавижу из-под тишка. Три задачи. Машине на удобно, что можно так лежать. Не понял, не понял. Да бляди, ну ебаный в рот, сука. Там их дохуя, там они прочувствуют. Давай, начинай темнеть. Скорее, конечно, будет прорваться. Точнее, какой пустой лес. Он даже задевает из этих низких палев, кажется. Точку Б я взял. Все, точку Б я взял. Форт Б.
только надо кинуть парализатор. Нормально, тут уже можно вооруженный джип, блядь. Это хорошо. Понабежали, чуваки, понабежали. Так, навес какой-то. Ну что ты орешь-то? Ну что ты? Того что ли? Или это? Ну вот Форт Б, видишь, он без тут оборудования. Ух ты, пизда! Ну ладно, так, неважно. Вот там что-то левее этого форта есть. Сейчас вот будем смотреть. Чё тут за гады-то? Ты сука. Так. А сейчас на джипе пока поедем, знаешь? Сейчас. И пидоры даже не дают обзор сделать форта. Все время не забили. Так, вот тут должно утеплять. Падло с гранатометом яйца пристраивала. Так, ну ладно. Заебали, кончайте хулиганить. Так, ладно. Вот такой вид на Форт Б. Да блять, ну что ты делаешь-то? И вот. Так, нормально. Давай сейчас осмотрим, что тут. Не затаили. Давай, давай, давай. А, ну тут, слушай, тут. Ну шилка, шилка. Вот эта шилка стоит. Форта Б шилка. Это ракетная такая зенитная установка. Да, блять. Так, вот она. Так, ну, ездить на такой не вот. Сейчас подрываем, отходим. Так, это, наверное, задача будет 5 ликвидировать. Ух ты, блять, пизда! Тонны просто противовоздушную технику. Давай взрывай, короче. Так она и есть. Выполнилась задача 5 фортовых. Так, окей. И опять там беготня какая-то идет. Давай. Захера. Слишком уж много. Да блять, ну ёбаный в рот, сука. Брошенная, короче, вот гады. Давим их. Допрыгался. Тут какая-то деревня, короче, небольшая. А да, такая местность. Ну все заросшая. Видимо, опять же. Идея такая, что тут, видимо, боевые действия ведутся. Все уже начинает зарастать лес.
поселок или деревушка. Он труп. Блять! Сука! Ну из РПГ тебя вальнули. Вальнули. Тут 72 метра. Ну все, она приехала. Прикатил. Все, этими вишпалевыми густо начинает зарастать. Во, охереть. Че взошло так, ну-ка. Блять! Ёпту. Просто на секунду не расслабишься. Там гигантская планета, он будет такие. Да, круто. Пидор, смотри, уже плывет. Это центральное озеро так выглядит. Да блядь, сука! Стою, блядь, никого не трогаю, просто посмотреть. И то, сука, не дает. Блядь, лезет, лезет и лезет. Как дыбус какой-то комариный. Ползу да ползу, блядь. Сука, ну просто хочу поглядеть. Ничего, никого не трогаю, просто поглядеть. Ты сука, блядь, и он опять не поглядит. Вот у вас кот. Да блядь! Пидарасы, блядь. Сука, и он опять появился. Короче, над центральным озером гигантская планета стоит. Вроде как поменьше. Ага. Вроде да не вроде, блядь. Лезут и лезут, блядь. Да блядь, ну ты сука! Ни секунды покоя. Ну вот это всходит гигантская планета, тут все в домиках. Как на Землю похоже. И все в звездах. Классно. Б все ликвидировано, теперь надо к цели ехать.
Да блять, тут сука! Просто пизда какая-то, блядь. Вроде бы все легко, но вот. Тоже проблем дохуя, короче, на этой карте. В точке С проливаться. Да блять. Ой, да куда тут заехал-то, блять? Ебучие пальмы вижу, бежают. Пих, сука, ну нахуя, блять. Все рассредоточены. Сейчас, наверное, возьми огнемет лучше. Не годится. Этот зазря катается. Вот и гигантская планета входит. И все в звездах. Да, классно. Это какая-то, ну-ка, сука. Тут скат стоит. Так, в арту дуй. Блять! Доехал спокойно, нет, все-таки убью. Какой-то пиздец. Он далеко от воды там, не на лодке-то. Ну давай попробуй на лодке. Попробуй, эту же планету высоко поднять. Так, сколько задач-то выполнено? 4 задачи еще надо. Вот каменный мост номер 4, последний мост. Блять, вальнула! Сука, с гранатометом. Ебаный в рот, тут такая пизда на этой карте. Да блять, ты тут что делаешь, нахуй? Полазу в машину. Что-то, сука, самое хуёвое это вот гранатометы, короче. Тут вроде бы мало точек, блять, вот даже машина уже обновилась. 3 точки всего, но вот на таких картах
Это не, не надо думать, что они простые, три точки. Там просто хер пройдешь, короче. Две, тремя точками. Сейчас все равно что-нибудь ты придумал. Блять, аккуратнее, не положи. Да блять, ну что делать-то? Все, в общем, они тут, короче, я не знаю, что делать. Пока ни хера это не выходит. Может рискнуть на вертолете туда высадиться, потому что какой-то пиздец просто идет. Ничего не сделать не надо. Ну, давай попробуем на вертолете. Мальчик берет вертолет. Давай облетим за зоной операции эту карту. Тебя не сбили. Давай сюда, сюда. Да прямо к командной точке, прямо. Да, блять, высадись. А что такое-то, ебаный урод? Все, взял, взял. Короче говоря, вещедралом сюда хуй пройдет. Так, уж вертолетом он будет. И, блядь, толку-то, ёб твою мать. Он еще и внутрь один зажил. Этот пидор так и смотрит. Глаза просто стоит, протирает. Вся королевская рать, как говорится, набежала. Надо отбивать это. Падлы, что делают? Ты, в общем, пиздец творится вообще на этой карте. Довольно-таки эпично, блядь.
Если они, да, сука, чё, они возрождаются, что ли, блядь? Что-то какая-то ерунда, походу. Очень агрессивно поступают. Сколько их набегает-то, блядь? По 5 минимум. Какие звезды, офигеть. Красиво. Так, я вижу, блять. Вижу за аркаду. Форце. Да блять, ты сука! Встать на секунду не даст. Вон эта планета, офигеть. Офигеть, какая планета поднялась. Да, красотища. Туманы. Вот что он... Блядь, опять. На секунду не дадут встать, ублюдки. Тонны гранатометчиков, короче. Так, Форца, давай минировать. Отходим. За арка это какая будет сейчас задача? Четвертая, конечно. Так и есть. Ну что, остаются ракеты, нефтяные баки, грузовой корабль. Так. А ну. Ну ракеты, это понятно, вот туда. Южнее. Блять, да тут просто заебал, ёбку мать. Какая-то просто пизда, я не знаю, в этой карте. Ну чё, они обновляются, что ли, блядь? Просто же нереальное количество. Ну, вот, ракета, это вот скат. Тут скат стоит у них. Ну там, блядь, уже уёбок стоит. Скат, направленный в звездное небо. Круто. Один скат. Пидорасы, блядь. Так, ну чё, давай подрывать, блядь. Блядь, ты сука! Ладно, войти. Тут какое-то место вообще охуительнейшее, блядь. Так, а наверх. На навесе какой-то уёбок стоял. Знаешь, какая красотень. Скоро, наверное, уже рассвет будет. Так, отходим.
Тут задача 2, тут понятное дело. Да, ракеты. Задача 2 это было. Да, нехорошие черти. Полностью тут. Ну, надо, в общем, теперь сейчас баржу тут потопить. Севернее 4-го моста. Начала эта планета закатываться. Что мы сейчас и поспешим делать. Две последних задачи. Ну да, вот это. Ух ты, блять. Сука, они вулкан еще этот поставили, ебаный в рот. В конце. Ну надо, слушай, брать тогда опять джавелин тогда. Джавелин. Давить ее нахуй. Все, кирдык ему. Так, ну вот. Вот вид на баржу. Северный водоем. Ух ты, пизда, блядь. Какой-то пизди, просто пиздец на этой карте. Туманы. Эй, что такое? Да, еще надо прорваться, блин. О, сука. Я еще не понял, слушай, там еще-то тебя сразу же сняли. С какой-то хуйни. Бак-то понятно, вон там. Еще надо туда опять же прорваться будет этим ебаным баком. Да, блядь. Все начинает светать. Мои еще многие ложатся. В схроны, так это вообще пиздец.
Ну все, рассвет. Что надо как-то любой ценой эту ебаную сейчас барку подорвать. Да, ночь кончается. Так, ну надо до тех баков сейчас еще будет добирать. Ну, давай вначале скоренько. Блять! Сука! Твою мать, там уже 23, что ли, ебет. Судя по ее звукам, это звук 23. Тут надо вот туда идти ее уничтожить. Ну сейчас я засек, по крайней мере, где он находится. Ну вот он, да. Вишивый уебок, видишь, сидел. Постреляет постоянно. Все, отходим. Все, давай быстренько подрываем. Так, давай, сейчас будет задача 6 сделана. Так и есть, последняя задача — нефтяные баки, задача 1. И все, это будет последняя. Ну вот это маленькие КЭ. Ну это как можно считать один и тот же поселок. В принципе, ну среди этих домиков. На своем. В принципе, это по сути один и тот же поселок. Два вулкана тут стало. Блять! Сука! Каждый нахуй кишит, блять. Что за хуйня? Шпиковал, блять. Ну все, вот эти нефтяные бакчики. Там вертолет виден. Иракес. Все, в общем-то, задача вся выполнена. Блять! Два пидараса, блять. Заняли. Вертолет был один. В общем, из тяжелого, так сказать, вооружения. Вертолет был, да. Два вулкана. Броневика с пушками вулкана. Но, помимо всего прочего, тут, видишь, сходит солнце. Сейчас быстренько облетим, как кричать. Все, в общем, карта правил выиграл. Че, не ставим? А всего 3 карты будет про Африку. Африка 2, Африка 3. Наверное, на той же самой карте надо.
Да, ну и деревянный поселок. Подрываем, идем баки. И все, завершаем карту. Три бака тут надо положить. Так, отходим на безопасное расстояние. Все, сейчас операция закончена. Ну что, сложно он тоже сделал. Особенно в голодце. Это было не просто на вертолете, даже потом заходим. Так, все, подрываем. Все, задача один. Еще и убила. Пизда, блядь, ну просто сука. Задача один. Конец. Ты просто как кишмя, как тараканов. Ладно, все, чем сделали. Джон набирает 991 очко, 177 фрагов. Операция Африка называлась. Это Вилбоба.